Всем привет, кто посмотрит нас в записи. Я расскажу про 24-й ключ. Много всего происходит. Мы сейчас здесь, на колесе. 24-й ключ. Это часть так называемого ключа креста четырех путей, 24-44, 19-33. Его спектр – это зависимость, изобретение или изобретательность, тишина. У нас есть 44-й, это помеха, как interference, вмешательство, командная работа, синархия. И 19.33 про нужды, ресурсы и про ретрит. 33-й – это такой ключ ретрита, убежище. И мне нравится здесь именно в этом кресте, в этих четырех крест, потому что это перпендикулярные программные партнеры, которые идут вместе. Они почти перпендикулярны, там 88 градусов, не 90. Это инкарнационные кресты. Когда мы приходим, у нас есть импринт личности, импринт тела, и это создает два Солнца Земли, которые образуют собой крест. Но в этом мне нравится, в этих четырех позициях, то, что они предваряют начало новых четвертей. Например, 24-й, такой переход в четверть цивилизации, в сезон лета, в элемент горы, в элемент Земли и горы. Совершенно другое время. И мы можем видеть, что 33-й предваряет четверть дуальности, 44-й предваряет четверть мутации, и 19-й, как вы помните, был какой-то яркий транзит перед переходом в четверть инициации. Там что такое гремело-гремело в нашем большом теле. Проявлялось. И этот крест интересен тем, потому что он содержит в себе в том числе механику реинкарнации. Вот, есть видео, по-моему, Ричарда, который про это рассказывает. Его темы — это как темы входа-выхода из тела, что ли. И просто это красиво можно увидеть, как входы-выходы, предваряющие нового, начало нового, на нового сезона. И даже вот 30 апреля, в ночь с 30 на 1 мая был кельтский праздник. И уверена, во всех традициях. Я просто слежу сейчас за кельтскими, но у нас тоже много всего происходит. Все то же самое. Праздник огня. Билтайн. Я про него писала вот немножко здесь. Ну, на самом деле, можно загуглить, что это за праздник. В общем-то, начало лета. И вот такие вот игры. Как будто закручивание всех лент вокруг оси, да, на верхушке которой почти как елка. Говорит, звезда, и мне нравится видеть эти ленты, как вот эти области на колесе. И они вот в эти порталы, они как бы обвивают центральную ось. Вот этот паук из лент. Это значимые порталы, потому что это в каком-то смысле наш собственный G-центр, наше собственное высшее я, которое обозначено в бодиграфе желтым ромбом и G-центром. Оно содержит в себе чашу Грааля, крест сосуда любви, четыре направления равноденствия и солнцестояний, и также
вот эти направления, обозначены первым, вторым ключом, седьмым и тринадцатым, которые разворачивают нас во времени, что ли. И это время, конечно, условно, это время скорее как, не знаю, метафорическая единица бытия, что ли. И второй генный ключ, он очень-очень важен, потому что в дизайне там сидит так называемый магнитный монополь. То есть то, что водитель, другими словами, то, что знает направление, в котором движется наше тело, фрактал, он им управляет. У нас есть кристалл дизайна в аджна-центре, который строит это тело от момента зачатия, и он идет вместе в комплекте, вместе с этим магнитным монополем. То есть у нас есть тело как средство передвижения, у нас есть магнитный монополь как водитель. Есть личность, которая даже не в теле. Это кристалл личности, который над макушкой у нас. И вот второй генный ключ – это то место, и это даже место определенно есть в грудине, хотя кристаллы – это единицы черной материи, они не атомарной природы. И вот этот водитель, он нас, и вообще тема второго ключа, она про вход в форму. Про бытие формы, про позволение форме принимать решения, двигаться в пространстве, соединяться, разъединяться, и вот это вот все. И второй ключ, тот, в который мы войдем завтра уже, может быть, даже сегодня, мы в конце транзита 24-го, он является собой двойную программу «Земля над землей». Это тема чистой восприимчивости, это чистый инь. Мы можем видеть, что все полосочки прерванные, двойные. И мы будем с этой темой 8 недель, как нижние триграммы, тема восприимчивости либо дезориентации. И выход из дезориентации в ориентацию, в восприимчивость и в единство. Иньский ключ, и он окрашивает то, о чем вообще четверть цивилизации. И четверть цивилизации – это очень женская четверть, назовем это так. Она программируется множеством лиц богов, типа Майи. Я, как обычно, в самый последний момент какие-то картинки выдергиваю, совершенно не знаю, о чем я буду говорить, поэтому я не подготавливаюсь ни с какими картинками. Но я хотела найти... Ну ладно, можно показать в том числе. Такую картинку. Ну да, это Майя, Лакшми, Парвати и Маат. Они программируют четверть цивилизации. И это определенные, понятно, аминокислоты и кадоновые кольца, которые формируются этими аминокислотами. То есть это химия в программе, но это также химия наших тел, тех или иных импринтов. И важно понять, об этом я писала, кстати, в посте, о чем эти четверти. Если четверть инициации мы как бы инкарнируем форму, это тема огня и пробуждения, и грома. Тема пробуждения – это свидетель возвращается в форму, то есть идет в 19-м ключе, мы как бы реинкарнируем, зима, заканчивается зима в северном полушарии, мы как бы умираем и возрождаемся в новой четверти. Это имболк, это начало весны, и мы входим в эту четверть, и эта четверть инициации про
что это значит быть живым в форме. То есть мы только вошли в форму весна. Мы инициированы в форму. Мы осмысливаем форму в этой четверти. Мы как бы концептуализируем форму. Это предназначение, которое разрешается, предназначение, реализуемое через ум в этой четверти. То есть все это время мы как бы входили в тело, что ли, и инициировали что-то, какие-то вещи, проекты, или с нами происходила какая-то инициация еще глубже в эту форму или в понимание того, что мы в форме. То есть любой шок, в принципе, любая встряска, она про выравнивание нас в нашем теле. И когда с нами происходит шок или встряска, эта четверть программируется каналом 25-51, каналом инициации, то мы просто понимаем, что ого, мы в теле. Ого, мы... Кажется, мы в теле. Ум инициируется в понимании того, что... то он в теле. Ну и четверть цивилизации интересна тем, что помимо того, что она программируется вот этими лицами богинь, мат, мухат, египетская Парвати, Лакшми, нам известны, майя, хотя программа реализует, как обычно, это все очень жестко и некрасиво в коллективном, всякие искаженные формы. Но, тем не менее, эта мифология может нам понять, о чем конкретные вот эти вот группки из четырех ключей, которые они программируют. Может быть, когда-нибудь я сделаю что-то по лицам богов. Я очень хотела, но они не захотели прийти в этом году. Так вот, четверть цивилизации – это про время. Эти 8-16 недель, 2 по 8 – элемент земли, восприимчивости, единство, элемент горы, сдержанности, неподвижности, тишины. Такие очень интересные элементы, которые абсолютно в нашем уме противоречат то, о чем лето. То есть лето у всех как будто какая-то активность, у всех такая дезориентация, первые 8 недель, у лета наступило, что мне делать, куда мне ехать, то есть второй генный ключ, вот эти 8 недель, он как бы привносит этот элемент дезориентации, непонимания того, что мы здесь, чтобы воспринимать, что мы вообще в теле. И затем элемент горы приходит, он говорит: о, ты восприимчив, а теперь успокойся. И то есть это пространство, на самом деле, летнего сезона, оно очень созерцательное, оно все про восприимчивость, оно все про вот эту тишину, неподвижность, не про стресс, который там нас нагнетает август, июль, когда элемент горы приходит, а он про восприимчивость и созерцание из неподвижности. Но несмотря на это, несмотря на то, что это такое внутреннее течение этих элементов, которые нас толкают в дезориентацию или в какую-то тему стресса, и мы можем найти восприимчивость, единство, невероятную глубину паузы и какого-то такого почти зимнего варианта созерцания, да, зимой. Мы входим в зиму с темой витальности озера и с темой первого генного ключа, вот этого, вот этой свежести, и там другого рода созерцание, там такое созидание, созидание своей витальности, не умирание и вход в депрессию, а созидание и витальность, которые на самом деле могут раскрываться зимой. И вот летом, казалось бы, должно быть наоборот, да, созидание. Телесная такая очень штука, она должна быть летом. Но в северном полушарии у нас лето про восприимчивость, про единство и про вход в какую-то точку, в паузу. Но несмотря на эти не то чтобы медленные элементы, а как бы иньские очень элементы,
Этот сезон и эта четверть вся про строительство комьюнити, в целом строительство цивилизации, какого-то материального прогресса. Мы сажаем что-то или мы собираем урожай, который зреет летом. Оно про создание поддержки для формы. То есть в четверти инициации мы инкарнировали форму, нас встряхнуло хорошенько, мы поняли, ум понял, пассажир понял, что у него есть тело, что он в теле. И четверть цивилизации, она в целом эти 16 недель про строительство того, что поддержит эту форму. То есть это в том числе комьюнити, это... какое-то совершенствование индивидуальных скиллов, которые могут помочь целому, послужить целому. И главную роль вообще и позицию в создании цивилизации, конечно, играют женщины. И поэтому эта четверть программируется женскими лицами, богинями. Потому что это женщины создают безопасную среду. Это для детей прежде всего. Для детей распространяется на всех остальных. То есть это женщины являются первыми учителями, это женщины создают культуру, потому что они воспитывают своих детей, они являются первыми учителями своих детей. Это женщины, которые создают безопасные среды для своих детей и для других. Это все про питание формы, это все про коммуникацию. Если мы посмотрим на эту четверть, мы увидим огромное количество активаций в горле. То есть все горловые активации, вся как бы вот этот метаморфоз, синтез и манифестация, она в горле, и все-все-все горловые ворота, они вот здесь, 33, 31, 56, 62, 12, 45, 35, 20, 8, 23. Все это, весь горловой центр в дизайне, он в этой четверти. Несколько и несколько корневых ворот. То есть это все про создание культуры, создание цивилизации, которая исходит от женщин, от женского принципа. Ну и понятно, что женский принцип, он реализуется через женщин, через женскую форму. Создание, коммуникация, совершенствование каких-то скиллов, строительство того, что поддержит форму. И то, что поддерживает форму, лучше всего об этом знает женское тело, женский принцип. Это то, что делали женщины, начиная со времен, не знаю, матриархата и далее, далее, далее. Когда они могли этим заниматься, когда, к сожалению, до сих пор сейчас 70% женщин на планете должны, вынуждены добывать воду, а не заниматься воспитанием своих детей. Или там у них у самих нет доступа к образованию. Это беда, беда, беда для всей планеты. То, что в идеале не должно быть так. Не должно быть таким образом. Потому что все строится на образовании женщины и возможности у нее образовывать детей своих, чужих, комьюнити и так далее. Возможно, это даст какой-то такой скейл, что ли, такую общую тему, которая является очень древней темой, но которая все еще в повестке этих элементов, которые несет земля и гора. Это внутренняя тема, с которой мы можем соединяться, что поддержит нашу форму, да, тема восприимчивости, тема паузы. Не дезориентации, вот этот хаос летний, а как этот период можно использовать в опоре на себя, в создании этой опоры и понимания, это телец, да, мы вошли и... Этот переход в 24-м ключе 30 апреля, он также ознаменовался помимо Белтейна. У нас было солнечное затмение вместе с новой луной,
И это коридор, потому что 16 мая все еще в Тельце, но будет лунное затмение. Это коридор и ретроградный Плутон, которым я немножко написала здесь. Вот это вот все даты. 29 апреля мы зашли в ретроградный Плутон. Он будет двигаться к тому, что было в начале пандемии. Тема — это 61 ключ. То есть мы с 60-го, мы почувствовали на вкус ограничения, и сейчас ретроградный Плутон вынесет нас до 8 октября аж на переосмысление этого и реализации, и отброс старого. Потому что Плутон — это скорпионский принцип, и солнечно-лунное затмение — это ось Телец-Скорпион, то есть это во многом про нахождение вот этих своих нужд, внутренних глубоких нужд, и скидывание старых шкур, понимание, что, о, это мне больше интересно, мне интересно, это я больше не хочу делать, и фокусирование внимания на чем-то главном, какое мое сообщество, что я могу этому сообществу предоставить, какие мои основные качества, которые я могу выложить на стол, какие мои навыки. И мы переходим в очень острую глобальную тему перехода в 2027 и в целом. То, что вы увидите, развернется в эти полгода, будет масштабно. И это все несет в себе тему вот этого коридора затмения ретроградного Плутона. Плутон — это вестник, не знаю, смерти и регенерации, но он именно он, то, что он делает с социальным, культурным, глобальным ландшафтом, это и делает именно Плутон. Он как бы сдирает все эти декорации трухлявые и обнажает и разрушает крест планирования, в котором были 400 лет, и все, что он построил. И поэтому вот этот портал, который случился с 24 на 2, вместе, я надеюсь, с паузами и тишиной, которая вас посетила, которую вы почувствовали, которую вы услышали, может быть, почувствовали в этой тишине какую-то свою синархию, то, что вас притягивает. Не знаю, меня вот притянула больше астрология сейчас. Мне захотелось ее немножко поисследовать. У меня очень слабые навыки в ней. Вас притягивают все еще генные ключи, или дизайн, или соматика, или еще что-то. То есть вот в этот портал 24-го проявляется в том числе вот этот 44-й, обозначающий синархию, то есть что-то, что вас притягивает, и вопрос, как я могу поддержать это, как я могу вложиться в это, поддержать это. Ну и все про то, как я трачу время, и так далее. Все это я рассказываю. И в группе что-то рассказывала, но в основном высылаю какие-то личные аудиозаписи, если вам интересно. Я рассказываю про дома, в которых у вас было затмение, и Плутон ретроградный, к какому дому у вас проходит, и его особенности. Что я еще не сказала? Мы закончили элемент грома, элемент пробуждения, элемент инициативы. Инициатива сейчас и вот это внутреннее возбуждение что-то делать, оно как будто покинет наше тело, и мы встретимся с тем, что мы дезориентированы. Потому что прежде всего то, с чем мы встречаемся, и то, что подкидывает наше бессознательное большее тело, это новые-новые слои, где мы еще не восприимчивы, где мы еще должны стать восприимчивыми. И те слои, в которых мы не восприимчивы, которые диссоциированы, они вызывают дезориентацию. Но если вы чувствуете дезориентацию, и вы знаете, о, я помню, мы во втором генном ключе, это значит, что я должен найти ориентацию. А находить ориентацию можно только опираясь на пустоту, на вот эту вот внутреннюю ось свою. И эта внутренняя ось пустоты – это ось восприимчивости. Когда вы начинаете воспринимать телом, да, всем телом, собой,
вдруг оказывается, что вы здесь. Вдруг оказывается, что вы там, где вы есть, и происходит моментальная ориентация, что ли, в пространстве, потому что вы в теле. Вы понимаете, что вы в теле. И происходит вход. Иногда нас касается даже ситхи единства, когда мы входим и чувствуем единство всех форм, единство всех тел. И это какое-то особенное чувство, потому что это корень всего творчества, это корень инь, является корнем всего ян, всего того, что созидается, творится, всего настоящего момента. Весь настоящий момент, он рождается из вот этого бытия второго ключа. Ну и вообще нас ждут очень фриковские первые 4 недели, фриковские, потому что это 2, 23, 8 и 20 ключи, это все индивидуальные ключи, это все, кроме 2, горловые ключи. И можно посмотреть, с чем они соединяются и соединяются ли они. Что важно еще, помимо прочего, что у нас Уран во 2 ключе, большая коллективная планета, она очень много мутирует в коллективном, относительно коллективного направления, коллективной восприимчивости, коллективной повестки. Это революция вообще в целом в том, как распределяются ресурсы. И ресурсы не как идея, а как энергия. Может быть, я буду говорить об этом где-то в своих подкастах. Хочу посмотреть транзит. Вот мы видим Уран. Это революция, нестабильность, изобретательность, переход. И она припарковалась надолго во 2 ключе. Да. Ну и эти 6 месяцев окрасятся осью Телец Скорпиона и темами Скорпиона и Тельца, потому что у нас узлы лунные тоже в оси Скорпион-Телец. 43-23, они еще здесь. Какое-то время с нами, структурирование, мутация, изменение направления, повестка энергии, глобально, коллективно, переделка, рассыпание, chain resources, всяких договоров коллективных в плане распределения ресурсов от еды до всего остального, нефти, золота, газа, границ. Вот это вот все сейчас будет случаться. И очень важно понимать, кто я, где я и что я умею. Но это все еще как будто такой только щекочущий нас. Немножко так наши ребрышки щекотят. Он будет щекотать эти 30 лет. Потому что мы еще не в 27 году, то есть это только предвестник, это только очередной каскад, который прокатывается, пока Плутон как бы поднимается из бессознательного и начинает фрагментировать эту реальность, и мы как бы начинаем перераспределять вот эти осколки, вот эти дебрис, вот эти завалы, которые он высыпает, рассыпает. Какой-то такой получился у меня разговор, долгий, немножко неожиданный. Мне кажется, я сказала то, что я хотела сказать. 24-й ключ. Тема восприимчивости. Возможно, вы почувствовали, тишина, она всегда про восприимчивость. И иногда
про дезориентацию, верхний элемент земли. То есть иногда это возбуждение просыпается как, ой, я должен что-то делать. А что делать, где я в 24-м ключе, мы могли заметить в этот транзит тоже вот эту дезориентацию, либо какую-то более глубокую восприимчивость, что-то такое, как какой-то пузырь тишины, который раскрылся, и вы вдруг себя обнаружили в какой-то паузе, и, возможно, вы пытались ее избежать какими-то отвлечениями, но тишину нельзя избежать, она как бы присутствует просто в пространстве. И тема грома, возможно, что-то прогремело в эту неделю, какой-то последний отблески грозы и грома, пробуждение какой-то своей внутренней сути. Либо, опять же, 24-й для меня во многом про тельца, ось телец, скорпион, потому что тема зависимости. Да? Возможно, вы увидели, что вы готовы прощаться с какими-то своими зависимостями, либо высветились зависимости таким образом, которым вы их еще не видели. О, ничего себе, я вот это все еще продолжаю делать. О, я по-прежнему зависима здесь, здесь и здесь. Я по-прежнему, как бы, мои колесики крутятся, крутятся, не могут остановиться. Я пытаюсь эту зависимость, чтобы с ней не сталкиваться лицом к лицу, заменить какими-то новыми зависимостями. Это вот это все секс, дракс, рок-н-ролл. 24-й ключ, избыточность всяких отвлекающих, пагубных частенько привычек. И частота дара изобретения, она во многом про то, что я просто не избавляюсь от привычек и не дисциплинирую себя. Тема восприимчивости, опять же, она вообще не про дисциплину, это про то, что я начинаю воспринимать, начинаю понимать, о, вот это со мной происходит, и давать этому паузу. Это про замену каких-то нездоровых привычек на более здоровые привычки. Просто те, которые больше поддерживают форму. То есть, если раньше там, не знаю, подсаживаюсь на какой-то допамин, невысыпание, табак, не знаю, алкоголь, секс, еще что-то, сейчас я могу подсаживаться на долгие прогулки, какую-то работу. Ну и, в общем, и так происходит какая-то градация выхода из каких-то более тяжелых элементов в более легкие элементы. Но от привычки невозможно избавиться, она просто в какой-то момент покидает тело. Нельзя специально избавиться от зависимости, потому что избавление это и есть в каком-то роде зависимость. И желание избавиться это такой же способ избегания воспринимать, как и любой другой способ. Но иногда мы не можем начать воспринимать, потому что эти глыбы окаменелости, они слишком большие. Это защитный механизм, который как предохранитель будет оставаться до тех пор, пока не появится пространство, в котором этот предохранитель может слететь сам. И это какие-то биологические, что ли, часы. И это в том числе какие-то созидательные часы, там, соматические сессии, какой-то вход в тело, где у нас есть помощь дополнительная, в которой мы можем довериться и позволить этому выйти из тела, как каким-то занозом, что ли. Вот, это тема зависимости и тема тишины, когда мы полностью выходим из этого круга и входим в какое-то совершенно иное, может быть, спиральное движение. Вместе с некой синархией, вместе с каким-то большим пространством других тел, что ли. Мы начинаем находить себя в чем-то большем. И это другие скорости, это другие какие-то витки. Вот. Но тут можно много сочетать. Я очень люблю эту связку 24-44. Поговорим про
свою неделю? Может быть, что-то такое с вами происходило? Или вообще просто начать говорить, посмотреть, что выходит, как оно синхронизируется?